Девочки, всем привет! Я продолжаю снимать видеоролики, видеовлоги. Итак, сейчас я еду по магазинам, хочу съездить в наш торговый центр Sky Mall, там много разных бутиков. И также мне нужно в Essence и DC купить, хочу лак и реснички накладные. Вот, так что вас беру с собой. У меня такой небольшой перекус. Зашла в Мак-кафе возле Макдональдса и взяла себе капучино. И у них акция «Десерт в подарок». Точнее, наоборот, десерт, если берете, то капучино в подарок. В общем, я взяла кофе и еще десерт. Получился за 35 гривен тоже. В общем, очень выгодно. Такая у них это утром и вечером у них такая акция. Так что сейчас я перекушу и пойду дальше по магазинам. В магазине Страдивариус хотела себе вот эту вот юбочку. Увидела ее у Карамельки, кажется, да. Вот, и на ней она сидит просто идеально. На мне она, конечно, немножко, меня она немного полнит, потому что мне и так достаточно попа кругленькая, и еще юбка так ее округливает. В общем, полнит немного, поэтому я над ней думаю. Но она мне очень нравится, она такая легенькая, летняя и такая расклешенная, очень удобная, очень смотрится красиво, женственно. И также мне понравилась вот такая вот футболочка с надписью. Вот, так что я сейчас буду думать и, может быть, куплю, потому что мне очень понравилась красная юбка. Давно хотела именно красную юбку, в общем, сейчас буду решать, покупать, не покупать, как вы думаете. Юбочка есть в обтяжку, но она не очень красиво смотрится, потому что полностью все обтягивает, и это не очень красиво. Можно на размер, конечно, больше взять, но мне все равно будет неудобно ходить, потому что она внизу вот тут вот очень обтягивает. Итак, я сейчас зашла в магазин Бершка и вот выбрала себе красную юбочку. На мой взгляд, она очень хорошо на мне сидит. Так что я думаю, брать, не брать. Что под каблучки. И она такая легенькая, летняя. Это юбка Зара, но она на меня тоже очень широкая и полнит, но смотрится очень хорошо. А вот и оранжевенькую юбочку меряю. Очень она мне понравилась. У нее хороший фасончик. Хорошо она пошита. Ткань очень хорошая. Ну, не знаю, хотела красную. Это оранжевый цвет как-то. В общем, сомневаюсь. Хорошая. В магазине Марк Спенсер я вот померила такую вот беленькую кофточку. Как футболочку. И брючки красные. Хорошие брючки, мне нравятся, но не знаю, брать, не брать. На обед в Челентано заказала себе запеканку. Здесь у меня курочка с брокколи, морковкой и сыром. Очень вкусная, она, правда, еще горячая. Сейчас немножко подожду, пока остынет, и буду кушать. Я сейчас нам с вами делаю чай и вот завариваю его уже в новом заварнике. На мой день рождения нам родители подарили вот такой вот заварничек. Туда на низ бросаются листья чая, листовой чай.
И он там внизу запаривается, и потом вот так вот опускается. И получается, что никаких листочков, ничего не будет попадать, заливать потом только в кружке, уже разливать только чистый чай. Вот, это очень удобно, очень практично. И очень, кстати, тем, кто любит чай именно натуральный, листовой, а не какой-то там с пакетиков. Вот такой вот у меня ужин. Я сушила в духовке две куриных вот таких вот ножки, посыпала немножко перцем и буду кушать без кожуры. Шкурочку буду обдирать, потому что шкурочку я не ем. И также сделала вот такой вот легенький салат. Это салат айсберг, капусточка. И также добавила пару помидорок черри желтеньких и немножко оливкового масла помазала. Вот, так что вот такой вот у меня ужин. Теперь у меня такие вот диетические правильные ужины. В общем, вкусно и полезно.